Еще одна ПЦР-лаборатория открылась в Караганде. Она будет социальной и сможет проводить до 2000 тестов в сутки. Новое медицинское учреждение появилось благодаря государственно-частному партнерству. Накануне министр здравоохранения и аким области оценили оснащенность нового объекта. Подробности расскажет Антон Александров. Это зона ПЦР-лаборатории. Эта лаборатория открылась в Караганде благодаря государственно-частному партнерству. Осмотрели оснащение, побеседовали с персоналом министра здравоохранения аким области. Имеющееся здесь современное оборудование позволит производить до 2000 ПЦР-тестов в сутки. У нас есть специфика, большие промышленные коллективы. Поэтому вот сейчас мы ввели обязательную норму предвахтовое тестирование и послевахтовое тестирование. То есть объем ПЦР-тестов будет большой. Сегодня здесь уже трудоустроено 20 человек, все местные жители. Медлаборатория считается социальной, потому как ценовая политика ориентирована для разных слоев населения, говорит директор компании Карлыгаш Сыдыкова. Наша лаборатория может представить очень большой спектр клинико-диагностических исследований, также ПЦР-исследования и ИФА-исследования. С учетом нынешней ситуации по ковиду мы тоже не стоим на месте, и мы оснастили нашу лабораторию современными автоматизированными системами, которые могут позволять в течение суток проводить от 1000 тестов на ковид. Современный анализатор всемирно известного бренда позволит также производить анализы на коронавирусную инфекцию с помощью выделения иммуноглобулинов. Такой вид исследования относится к экспресс-методам и позволяет выявить стадию заболевания или показывать, что человек уже переболел и в крови имеются антитела. Мы открываемся в Балхаше, буквально через неделю, ну, 2-3, да, и увеличение мощности в Дисказгане сегодня 300-500. Открытие подобных лабораторий во всех крупных городах области позволит сократить время проведения анализов и уменьшить ряд других расходов, связанных с транспортировкой биоматериалов. Сегодня здесь уже проводят обычные иммуноферментные и все клинико-диагностические исследования. Мощность нового медучреждения – 800 тысяч анализов в год. Антон Александров, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5 канал.